Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби». Разработчик по-прежнему радует уровнем Мефистиус. Они еще выходят. Но, скорее всего, по моим прогнозам, вплоть до Нового года, может быть, еще там плюс-минус пару дней, мы будем еще играть в эти миссии. Заданий никаких сегодня нет. Мы получаем следующее вооружение. Это орех, аки и халапеньо. Острый перец, который сжигает всю линию. Несколько штук у нас есть, я пока использовать их не буду, потому что будет маг. Может быть, к этому моменту, когда он появится, будем использовать. Ну, как-то причин нет, так как не сильно много зомби. У нас есть чем отбиться. Горох получаем, который стреляет двумя ядрами. Казалось бы, обычное растение, но для глыб подойдет в самый раз. Если их несколько штук, то линия под защитой. А вот и маг на горизонте замаячил. Мы тут сразу задействуем халапеньо для того, чтобы он не успел никого превратить в вес. Хотя на самом деле это не сильно большая проблема, потому что как только мы убираем мага, все наши вооружения, они обратно превращаются в свой прежний вид. В отличие, например, у нас есть тот же осьминог, хотя это не связано с магией, но когда мы убираем главного осьминога, то блокировка не снимается. А с магом немножко другая ситуация. У нас сейчас проблема внизу, есть толкатели глыб, они полностью заставили всю линию. Схожая ситуация посередине, наверху у нас маг. Мы используем халапеньо, хотя, наверное, лучше было бы, конечно, задействовать посередине. Там уже зомби подошли очень близко к растениям. Внизу ситуация не лучше. Очень срочно нужны халапеньо. Один куст мы сейчас получаем, задействуем на третьей линии и убираем всех зомби. Есть у нас плент. Плент, кстати, можно задействовать для аки. То, что мы сейчас и делаем. Семена покрываются по всему полю. И вновь халапеньо. Халапеньо, конечно, получаем редко, но очень метко. И самое главное, в нужную минуту. Потому что бывает, зомби уже подходят очень близко к растениям и срочно что-то надо. Вновь у нас аки. Аки, конечно, неплохое растение. Из особенностей то, что семена рикошетят, но согласитесь, халапеньо будет посильнее. Немножко два разных растения, но даже если сравнивать с горохом, горох даже будет поинтереснее. Два, несколько горошин он пускает, если есть парочка кустов, то грозное оружие. Хоть и простое, но очень эффективно. Это уже у нас финал. Осталась малая часть зомби, магов уже нет. И сейчас ждем, пока наше растение нейтрализует всех противников. Скорее всего, что это сделает халапеньо, которого пока нет. Халапеньо вроде бы вначале получали достаточно, но потом их стало меньше и меньше. Наверное, было бы не сила задействовать постоянно халапеньо, так бы очень быстро прошли бы уровень, без проблем. Сейчас мы его проходим и открываем призы. У нас во всех трех подарках попадаются деньги. И можно идти дальше. Пройдем один из уровней квест. Перед этим посетим наш Zen Garden. Там должен был поспеть кабачок, его надо полить. Итак, зашли сейчас в Zen Garden. Смотрим на кабачок, должен подняться в полный рост. И да, он вырос. Сейчас его еще раз поливаем. Ну и ждем, когда он вырастет. В следующем видео мы его задействуем. Точнее, мы его как урожай соберем, а когда будем использовать, я думаю, что в бонусных уровнях это очень не скоро. Кабачок достаточно редко появляется. Ну, возможно, в каких-то миссиях мы его и задействуем. А мы сейчас заходим в квест, который называется Defeat King Zombies. И смотрим на состав. Ну, что касается короля, король у нас это тот, кто одевает доспехи в конце поля. Очень опасный противник, хоть он активно ничего не делает, но он снабжает доспехами зомби, они становятся все рыцарями. И в таких миссиях не хватает одного растения вспомогательного, это, конечно же, магнит. Вот это растение полностью, можно сказать, нейтрализует короля, особенно в связке с плантом. Конечно, чтобы регулярно забирать вот эти вот доспехи, надо много магнитов, потому что они какое-то время забирает, потом возобновляет свои силы. Все это не регулярно происходит, но в целом это растение необходимо в этой миссии. А так, конечно,
без него проходить достаточно сложновато. По составу мы все вооружение не получим, то есть мы как не подбираем. Игра подобрала самостоятельно. Он следующий, это гриб, который дает деньги. Давно его не брал. Я вот до того, как у нас появился лунный цветок, в основном брал как раз грибы. Потому что сначала эти грибы, они, во-первых, стоят дешево, дают 25 монет, потом подрастает 50, когда уже выросли в средний рост и в максимальный свой рост, они уже дают 75 монет. Очень удобное средство, намного эффективнее, лучше, чем подсолнух. Но вначале достаточно сложно, потому что грибы, когда маленькие, они дают мало денег, а надо ждать, пока они вырастут. Поэтому план, который мы сейчас получаем, мы как раз его используем для гриба. Одного из, который мы высадили, и самого последнего. Есть еще гриб, это как оружие, дует пузырями, чрезвычайно эффективно против особенно клоуна, который появится, он крутится вокруг своих оси, и не действует против него ни кукуруза, ни арахис, который мы получили. Платное растение, еще одно вооружение. Не могу сказать, что очень ценно в платном оно списке. Фишка в том, что достаточно бронировано и состоит из двух секций. Сначала зомби съедает одну секцию, потом вторую. По сути, это как его можно сравнить, стреляющий орех. Только у нас орех есть не стреляющий, хотя есть уже взрывчатый. А это как такое, можно сказать, из семейства ореховых, еще и защищает, и стреляет. И все это дело стоит 150 монет. Дороговато, конечно. Следующим вооружением у нас идет салат, и напоследок мы получили кукурузу. Список маленький, 5 позиций. Хотелось бы больше, потому что зомби у нас всякие разные, сложные. И не помешало что-то посильнее. Но вот такой вот состав. Миссия, по-моему, такая у нас была. Ну, естественно, что уровень из локации Dark Ages. В общем, это какой-то по счету уровень был. По-моему, так. Где-то уже в конце вот этой вот локации. К нам сейчас посетили короли, сидят на тронах и дают доспехи всем зомби. Вот сейчас уже, конечно, убирать зомби становится очень сложно. То есть растений надо очень много для того, чтобы убирать их. Сначала доспехи, а потом уже нейтрализовать самих зомби. Поставил я сейчас, в основном делаю ставку на грибы, потому что появится клоун, и надо какие-то, например, какой-то горох, точнее не горох, а этот арахис выкапывать, либо же кукурузу. Арахис выкапывать — дело такое не то что сложно, а просто накладно. Хотя у нас по деньгам все нормально, но просто арахис, он останавливается какое-то время, поэтому его так выкопать как-то не хочется. В каких-то местах мы, конечно, его используем. Но в основном у нас основное оружие — это гриб. Прибывают зомби, самое главное сейчас прибывает маг, очень неприятный противник. Вновь и в этом уровне он нас посетил, но если The Dark Ages этот персонаж характерен, то в предыдущем уровне у нас, так как Modern Day, не часто попадается этот зомби. Ну, состав зомби уже достаточно широкий, уже было столько миров и персонажа очень много. Надо сейчас нейтрализовать королей наверху, там это основная пока проблема, а внизу мы уже постепенно разобрались. Зомби подходит все ближе и ближе, не везде, в основном сверху, там где у нас есть король. Поэтому сейчас арахис как раз предназначается для короля, и арахис его уже нейтрализовал. План, который мы сейчас вовремя получаем, используем для гриба наверху, для того, чтобы убрать зомби. У нас есть еще посередине парочку противников. Середина, третья линия, вторая. Сейчас прибывают клоуны и наступает, наконец, финальная волна. Пока, конечно, отбиваемся, но с трудом. Но единственное, что мы можем понадеяться — на газонокосилки. Они у нас пока в здравии. Появляется у нас король внизу. Сейчас надо его тоже убрать с горизонта. И так вроде бы особо проблем нет. Хотя есть на третьей линии ряд затруднений. Мы поставили арахис для того, чтобы он сдерживал и стрелял в нападавших.
и получаем плант очень вовремя. Направляем его на гриб, убираем там группу последних оставшихся в живых зомби. У нас есть еще внизу проблемы и наверху. Ну, в общем, на всех линиях по одному зомби кто-то присутствует, но уже такой эпицентр событий спал. Мы уже основную группу убрали, зомби не поступают, теперь дело техники. Остается за малым убрать последних зомби. У нас сейчас противники остаются только на второй и пятой линии. Есть король, его можно в принципе трогать в последнюю очередь, но я уже решил, все равно его надо убирать, а зомби, который впереди, уже места нету стоять достаточное вооружение для того, чтобы его прибрать. Есть место только для двух растений. Это арахис и гриб. Там несколько противников у нас. Они как слились в один, я думал, что один, но вот уже на текущий момент остался последний зомби. Это король. Всех остальных мы прибрали. Наконец-то убираем короля и проходим эту миссию. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.